Несмотря на решение России о прекращении строительства газопровода «Южный поток» в Болгарию, Еврокомиссия собирается продолжать по нему переговоры. Комиссар от Болгарии подчеркнула, что такие объекты энергетики должны создаваться согласно законодательству ЕС, которое защищает потребителей и граждан от риска резкого роста цен. «Решение по Южному потоку подтверждает, что нам не следует зависеть от одного источника газа», сказала Кристалина Георгиева. «Что много важно, да не сме зависими само от один источник на газ. Защо диверсификация источников энергии для Европы очень важна. Энергийните источники за Европа е толкова важна». Новость об отказе России от нового газопровода на Запад с сомнением воспринял Михаил Ходорковский. Экс-глава нефтяного гиганта ЮКОС и бывший заключенный побывал в том же Брюсселе по приглашению Европарламента. «Сегодня этим вопросом с утра интересуюсь у разных людей. И пока я не полагаю, что решение является окончательным, потому что альтернативные решения экономически пока не удерживают никакой критики». О сворачивании проекта «Южный поток» объявил в понедельник президент Владимир Путин в ходе визита в Турцию. По его словам, София не дала разрешения на строительство под давлением Брюсселя. Болгария выразила удивление тем, что Россия пошла на такой односторонний шаг, не использовав дипломатические каналы. Этот газопровод мощностью 63 миллиарда кубометров в год должен был пройти по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее в Италию и Австрию. Его возведение началось в 2012 году и должно было завершиться в 2015.